Давай. А ты висела еще на одной руке. Давай, показывай, показывай. Будешь звездой ездой. Мама родная. Тебе надо на этот, как его. Слава, круто, слава. Кроссфит. Мы тебя, наверное, смущаем чуть-чуть, да? Опа. Дэн, а ты как можешь? Шеста не хватит. Сейчас Дэн тут тоже начнет. Я могу только эту трубу вот так, да? Узелок. Часто тренируешься? Ну, почти каждый день. Каждый день приходишь так на часик, да? Я обычно на вторую хожу. Сегодня друзей нет, и сюда пошла. Ну, деревянные здесь. Получи. Да, увидишь. Я уже много сделала. Да, не, мы сделали только последних два повторения, так что ты много не сделала. Ну, давай тогда переснимаем. Ты же не сначала. Ручку, ручку. Сейчас что-то используется, он договорялся. А это что? Ручка это больная. Чему? Ну, потому что дырка будет. Насечка крупная. Угу. Много закручиваешь. А, чуть меньше. Чуть меньше нужно. Чуть-чуть. Ох, полтора литра. Вот, когда придет, то надо. А, подожди, мы сядем, да? Раз, два, три, четыре, пять. Идет. Так, а вы на такси едете? Вы в машине? Как можно наедать? Не снимай! Пусть я думаю, что там 8 блинов. Ну вот, все. Ну, правда, вы все такие... Ну, я спереди, я самый маленький сзади. Его сначала в гостиницу, чтобы он тебе плакат брал. Он тогда останется в гостинице. А-а-а. Уехал девушка, он мимо аэроплата. А что там? Натягивай на себя, на себя. Так? Вот сюда постарайся, вот сюда. Угу. Лево. Так лучше. Ну. И вот так, в бочок. Бочок. Подгружишь связку сразу же. Угу. Давай, нормально, в любой время. Давай, я жду. Держи здесь ее, не трогай, пусть она ищет. У меня проблема в этом, особенно с левой рукой, вообще полная. Вообще проблема. Вот его проблемы сейчас будут. И вот это, смотри. Андрюха. Не только должна взяться, ты его не позволяешь взяться, понятно, что там сильнее. Вот так перехватить пальцами, полностью закрыть. Ты уже на самом выступлении должен. Андрей, вот такое вообще проблемы будут. Не, у кого? Дэн, посмотри сюда. Дэн, посмотри сюда.
И Мин тоже посмотри. Он не может. Ну некогда смотреть. Что-то треснуло там. Да блин, это мышцы, да я скажу. Ты камень, блин. Я вообще его не могу, блин. Я чуть сдвину, блин. Теперь буду я делать, да? Понял, я не буду. Вдвоем. Я больше не могу, теперь я буду бить. Да у меня просто, понял, удел. Так, тихо, в этот момент не фоткай. Немножко, когда... Так, Боями хоть напряги, что тебе тяжело очень. Ну, все равно не снимать, я туда смотрю. Ну, все равно, когда видно, что ты со мной сильно напрягаешься. Так, и мое, меня в более таком ракурсе снимай, более такой, чтобы был. Делай. Вот с этой стороны, чтобы моя бицуха была больше видна, чем его. Подними его до подушки. Она должна быть там. А фотошоп, если что, подкорректирую. Ой, да. Вал от тебя, да? Под напряг, под напряг. Первый пошел. Анекдот, когда такая что делать? Полоска маленькая. Даже на миллиметр. И, короче, есть один лесник, где живут. Посмотри. Это дядя Игорь подглядывает за Денисом и Андреем. Вот он, а не я. Иди сюда, иди сюда. Профессионал. Иди сюда. Ну иди сюда, вот я. Иди сюда, иди сюда. Сюда иди. Иди по кругу. Кого? Не. Ты тоже его погода, как Костик меня тренируешь. Да, да. Это поддерживайся. Он тоже туда зайдет, а я говорю, все, куда ты? Он говорит, да, а там уже нет. Нет, я хочу по-другому. Совершенно же секретно. Из Судака 2013 года на подготовку чемпионата мира в Польше 2013 года, который состоится в сентябре. Именно Цыпленкова. Так нет, там Цветков. Подготовка 2020 года. Инопланетяне прилетают. В этом году прилетят инопланетяне, хотят попробовать Цыпленкова. Им ничего не удастся. Потому что я сам видел, когда он выходил, заходил в море, у меня раскрутило, спало пару болтиков, блин. И зашкалили контакт. Выиграл, видел? Я думал, у меня снесет. А что я не пойму, когда оно записывает, а когда нет? Следующий. Я. Когда оно записывает или нет? Я хочу, чтобы он устал. Надо, чтобы он устал. Записывай. О, Костик. Включился. Смотри, где лога. На другой подушке, которая более длинная. Майкл, тот два. Нет, ну серьезно. Это право, она даже еще и левый. Левый это не я. Это не ко мне, да? А вон, Санек налево. Отдувается, пусть закрылся. Сейчас он встанет. Сейчас устанет? Ух ты! А ну, Санек, держи! Я сейчас. Ну! Все, забить. Чуть-чуть. Теперь я показываю класс. А теперь мастер-класс, да? Так, бой, вот, Мазурин, ты Цыпленков. Ланат проебал свой шанс. 50-й. Надо было здесь... И без гонорара, блядь. Надо было сотку зеленич насыпать, остальные здесь. И без гонорара. Он бы сейчас понял, классно, как бы... Игорь купил мохито. Зеленого мексиканца, и все. Это хорошо. Чуть-чуть остается, несколько сантиметров до победы. Неужели не вытащит великий Цыпленков из этого положения? А, уже прям горит. Ой, давайте тогда и я выиграю, чтобы все выиграли. Бери, включай, а ну нас. Ларат, это для тебя. Дивон, Ларат. See you in our fight. Настя Гончаренко, Денис Цыпленков. Версус, да?
Уязвимым. Ну почти. Еще одна. Она уже все, это неудивительно. Настя, дави! Гоу-гоу-гоу! Держись! Просто. Все, убили, все. No monster, no! Это видишь, не то. Хорошо, да, так вытягиваешь, так классно. Это мое. Да, а вот тут оно самое. А нет, тут чувствуется, это дышит. Представляешь, это действительно. Ну да. Ледомашину смотри, чисто ледомашину. Ой, хорошо. Так, о. Вставайте, там еще. Нормально давлюха, да? Не надо. Да, отлично. Особенно, когда позицию выиграешь, а все здесь дальше. Мощно. Не, ну я сейчас воду ноги не проиграешь. Где-то минут через 10. Зуб не гипнотизируешь, что ли? Гипнотизируй. Болит. Нет. Лифт. Еще драма. Игорь, ты тоже воду не брал, да? Готово. Вот это медали. Это что? Моя. Это Настя. А что тут на? На один глоток. А то и газированная еще нет. Да на море еще не 5 литров взяли, все на литр поднимали. А, так нечестно. Ну это же не я. А ты же фоткалась уже с ним или нет? Нет. Ну давай, блин. А я же кричу, я свое движение прорабатываю. Какое там движение? А попробуй верхом. Второй рукой. Ого, щелкнул. Чего? Нет, ничего, ничего. После чего ты щелкнул? Ну. Цык! А я вот сейчас... Если бы Санек ногой, тогда бы еще щелкнул. Слышь, у тебя кисть моя. У меня в твоей лапе теряется кисть. Ну, вообще, да, у вас есть только кисть, как моей. Можно что-то... Вот она пошел, давай, давай! Да, Санек, вот это правильно. Вот это ты, вот я же говорю, верхом надо было. Сразу надо было верхом. И на слезу пробивать сразу. Ну, смотри, он уже, видишь, уже его верхом пробивают. Никто ж не должен знать, что перед этим Дениса загрузили. Укоротил уголочек. Ну, да. С крана там теплая. Поймал. Ну, пропал уже все. Отдыхаем.